Здравствуйте, добрый вечер. Я говорю по-русски и по-английски чуть-чуть. Я строю фрейм, металлический фрейм. Я certified, у меня есть license. Мы строим такую халтуру. Строим и потом перестраиваем. Два халтурщика строят, а потом два перестраивают. Пожалуйста, обращайтесь к нам, мы можем работать, а можем не работать. В основном мы не работаем, и вот это хорошо у нас получается. Так что просьба такая, обращайтесь, мы вам построим что угодно, и обычно построим то, что не угодно. У нас называется eyeball drywall. Мы все строим на глаз. Получается очень хорошо, и у нас просто все клиенты, они удивляются. Они просто в шоке, когда увидят, как мы построили. Так что, если вы давно не были шокированы, обращайтесь, мы вас приведем в шок. Шок очень хороший, и вы будете очень довольны нашим сервисом. Вы так в жизни никогда не смеялись, как будете смеяться после нашей работы. Вы будете удивлены, как хорошо русский работает без левела. Eyeball drywall, обращайтесь. We certified, у нас есть работники и есть неработники. Вот так, работники все сидят дома, а неработники все на работе. Так что у нас сервис the best. Пожалуйста, поставьте лайк и give us 5-star ratings.